messy. I'm sorry, excuse me. Так, сегодня будем готовить на ужин солянку. Для этого нам потребуется капуста, сосиски. Значит, сходили, купили в магазин капусту. Я брала 2 кочанчика. Килограмм стоит $2.18. Всего у меня 4 килограмма капусты, 3,760. И стоимость капусты $8.20. Значит, мы будем сегодня использовать 1 кочан капусты и 1 пачку сосисок. Сосиски. Вот, стоимость сосисок 2,29. Вот такие вот куриные сосиски. Вот этой фирмы. Это очень приятная фирма на вкус. Вот. И еще нам понадобится картошка. Так, и еще нам понадобится картошка. Вот этот пакет. В нем 4 килограмма 500 грамм. 4,5 килограмма. 4,5 килограмма. И стоит такая у нас картошечка $5.99. То есть $6 за 4,5 килограмма. Все, пошли готовить солянку. Они вот такие вот варенье будут. Варенье, знаешь, которые сумасшедшие. У них уже вот так вот прикрепки гибкие,
Что-то одно. Ну, салат сразу тяжело, да? Конечно. Вот смотри, опять малыш чау-чау продается. $200. Может, не так работает? Сколько стоит? $200. Просто лев, да? Вам нравится кушать? Да. И вот, пожалуйста, у нас получилась вот такая вот замечательная, ну, скажем так, солянка на вечер. Хватает порции на 4 человек, плюс еще там есть дополнительно, если кто захочет, добавочку. Вот так экономно можно приготовить ужин по ценам, которые я вам показала. Да, обратите внимание, мы делаем бутерброды на работу в школу. Вот такая цена за баночку. Кетчуп, цена за баночку. Вот большой кетчуп, видите, 9,29. А еще вот такие продаются, вот такие вот, обратите внимание, 3,39, я вам дома покажу, это огурцы такие, измельченные, как раз выжимаешь и делаешь бутерброд. Так, я вам покажу, как мы собираем бутерброды себе на обед. Вот, используем такой вот хлеб, квадратный. Три кусочка. Первый кусочек кладем. Берем вот такие вот, такое трио. Кетчуп, огурцы и как ее там? Как она? Нет, желтая. Это как называется? Горчица. Так, и огуречная приправа. То есть добавляем немножко кетчупа, немного горчички, огуречной приправы еще чуть-чуть. Огуречные приправы. Вот эти три коробочки. Теперь размазываем все это по кусочку аккуратненько. Дальше вы можете добавить сюда что-то мясное. Мясное — это либо ветчина, можно добавить сосиски, можно поджарить филе мяса или филе курицы. В общем, какую-то котлету можно сделать рыбную, мясную. Но в данный момент у меня есть колбаса докторская. Значит, мы добавляем кусочек докторской колбаски. Я ее отрежу. И так, и добавляем вот, кладем раз кусочек, два кусочка,
сверху еще один слой, опять кусочек колбаски, еще кусочек колбаски и еще слой. Вот у нас получился сэндвич для перекуса во время обеденного перерыва. Так вот упаковывается, берется. Яблоко, если есть йогурт, то йогурт. Запаковываем в сумочку специально. Вот такая вот сумка для завтраков. Туда вставляем, кладем яблоко. И еще есть у нас вот такие бутылочки, в которые я наливаю чай. Чай с лимоном, или вот такую штучку покупаю, это концентрированный лимонный сок, туда добавляю в чай сладкий и беру с собой также в этот набор. Все, и наш обед готов.